Вот и пришел момент, когда нашелся танк, который обгоняет по впечатлениям отрицательным ВЗ 2. От меня 5 из 10, потому что средние очень такие впечатления, возможно, есть хуже, но этот танк, это такое чувство, как будто вот, ну вот он вредный. Я такие танки называю вредные танки. Перезарядка не хватает, урона не хватает. То есть это, знаете, сделано все, чтобы тебе доставить удовольствие через неудовольствие. Я такие танки еще люблю называть для мазохистов, потому что, вы понимаете, вы выстреливаете и не добираете фраг. И потом вы еще долго ждете, когда зарядите следующий снаряд, в надежде на то, что доберете. Или вы выстреливаете и думаете, меня доберут или я доберу. И тоже вот испытываете вот эти своеобразные удовольствия от того, как медленно ползет ваша перезарядка. Да, здесь она побыстрее, но по сравнению с другими первыми танками, ты сидишь и думаешь, да у тебя же все вот кое-как. То есть перезарядки не хватает, урона не хватает, скорости не хватает, прочности не хватает, наклона башни не хватает, да тебе всего не хватает. Я даже не знаю, сейчас начинаю перечислять и понимаю, что пятерка это еще не худший вариант для этого танка, потому что это просто танк, в котором всего не хватает. 5 из 10, возможно, было бы ниже, но надо еще посмотреть, что будет дальше. Как бы это первый уровень, но он как раз показывает вот эти танки, которые будут вас мучить для того, чтобы в итоге, когда вы преодолеете все вот это нехватание своим опытом и мастерством, вы испытывали удовольствие. Это очень своеобразные танки, и в мире танков, и теперь я вижу, что и в Блице они присутствуют даже на первом уровне, когда ты должен превозмочь. Это, знаете, вот как Бацефал, ты должен его усмирить, оседлать, преодолеть его всего нехватания своим мастерством и ощутить благодаря этому удовольствие. За один стрим мы преодолеть это не смогли, поэтому вот средние впечатления, потому что я понимаю, как прийти к удовольствию на такой технике. То есть ты должен, во-первых, знать, что это за танк, то есть вернуться к нему, и тогда уже осознанно подойдя к такому танку, ты будешь испытывать удовольствие от процесса, как ты его преодолеваешь, его нехватку своим мастерством, и испытываешь вот вау-эффект. Вот такие впечатления.